Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Васаби, Бульбазавр, и кто-то там еще заходит. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы будем испытывать разных SCP, монстров и аниматроников стихийными бедствиями. У нас будет торнадо, вулкан, хотел сказать, наверное, вулкан там есть, огненный торнадо и, конечно же, цунами. Пацаны, можете ставить много разных монстров, я буду вам даже немножко помогать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны наставили разных аниматроников, SCP-шек. Давайте для прикола. О, все, пока не ставьте, пацаны, у меня начинает подлагивать. Пока это мы еще, я знаю, это требовательные очень SCP-шки. Ну что, давайте начнем с огненного торнадо. Мне он очень нравится. И сразу пошел эпик. Они в углу, их откинуло. Да. Так, торнадо летит в эту сторону. Паровозиком просто все эти. Давайте мы, пока он идет сюда, мы поставим гиганта. Все хотели, чтобы мы потестировали гигантов. А у нас гиганты это кто? Вот. Давай, гигант. На тебя идет смерч огненный. Давайте. Нет, все, у меня комп сейчас взорвется. Да? А я предупреждал, что будет жопа. Давайте еще один поставим. Как вы думаете, нормально будет? Ого, два огненных торнадо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, ролики выходят каждый день, записываем всегда какую-то классную вакханалию. Вот как, например, сейчас. Не, он полетел, смотрите, смотреть. Воздух. Просто полетел. О, смотришь, у тебя. Бум. А, кстати, аниматроники не двинулись-то? Во. Я сделал, что они теперь двигаются, ребята. Осторожно. Побежали. Слышь, они убегают от этого, от смерча, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? Конечно, они бегут. Это жесть, он пошел. Так, короче, я торнадо удалил. Слышь, они за мной бегают, успокойтесь, мужики. Я сейчас испугался этого СЦП-рептилии. Давайте теперь обычный торнадо. Давайте жестче сразу. Время у нас не так уж и много, чтобы показать все, что мы хотим. Сейчас будет эпик. Давайте еще гигантов поставим. У нас есть вот такой вот. Включите мразом, пожалуйста, и вали. Во-во-во, пошло. Да я думаю, что уже, если делать, то делать красиво. Офигеть, что внутри происходит. Это у нас, ребята, шестой класс. Или по шестибалльной шкале, да? Шестой, шесть баллов, вот так вот. А можно по шкале лагов? А, по шкале лагов? У меня 30 кадров. 30 кадров у меня идет из 60. У меня 70 кадров. Почему она его не дамажит? Хорошо. Давайте вот такое поставим. Еще. Ого. Слышь, они за мной бегают и все. Аниматроники психи какие-то. Почему никто не умирает из них? Или умирает? Из СЦП-шка умер. А, нет! А, они между собой дерутся, вот блин. Ну деритесь, и вас будет помимо этого еще и дамажит. Так, сейчас я удалю. А, вот. Торнадо удалил. Так, давайте очищаю карту, ставьте заново монстров. Только не надо NPC-шек этих ставить, другого пилпака ставь. Ой, аниматроников, которые дамажат. Сейчас... Мы их поставим, я помогу пацанам. Да, мне кажется, уже задержка началась. Да? Ну это нормально. Что хотел. Так, вот этих мы не будем ставить. Я знаю, что они будут гоняться за нами. И вот эти тоже. Давайте обычных аниматроников поставим. Я знаю, с какого пака брать. Какого? Бабка Гренни. Бабка Гренни тоже нам нужна. Сейчас будет вообще эпическое что-то. Я помню, то, что из четвертой части не бегают. О, привет, вроде сосед. Бы. О, слышь, он там ходит, дамажит. Слышь, не бей наших. Iron Man, не то. Скромников давайте поставим. И давайте еще... там твоих братьев ставят. Но. Чумного доктора давайте поставим. Пусть позаражает, ходит всех. Он пошел, кстати. Ну что, давайте сразу седьмой класс. О, цунами уже пошло у нас. Давайте цунами сразу лупанем. А почему бы и нет? Это маленькая. Фух.
Ого, они подкинулись. Прикольно. Давайте еще разок, мне понравилось. Прикольно, красиво. Очень красиво. Димаш, у нас есть маленькая проблемка, те, кто не может летать. Скромники-то заагрили. Хорошо, я тебе включу режим полета, погнал. А что, землетрясение нерабочее, да? Слышь, они вон бьют статую. Че, кого они там бьют? А они им пофиг. Так, у нас есть торнадо. Так, я звук убрал, потому что что-то там стрёмно играет. Давай, торнадо против SCP, аниматроников. И даже зомби поставили. Ого, их SCP-шка мочит. Ого, Димас, они умирают. Ого. Что-то в небо там улетает. Димас скромников дососало. Да, я вижу, они улетают в небо. Блин, классный мод на торнадо, мне он очень нравится. Один из самых лучших. Давай еще машины будем ставить еще. О, давайте. Давайте, пацаны, поставим разного всего много. Пусть они бегают, давайте и машины наставим. Ты хочешь, чтобы они летали в воздухе, типа, да, тачки? Да, да, да. Ты хочешь... О, давайте не такие машины, берите симфиз, которые взрываются. Так. Все, пока мы с ней будем, да, больше, потому что у меня кадры вылетают. У нас есть... У нас есть... Пацаны, давайте мега-цунами на потом, да, ставим? Или давайте сразу мега-цунами? Давай нам следует. Давай тогда, давайте землетрясение. Ого! Я не ожидал такого. Нет, стой, стой, я удалю. Стой, 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 успокойся, успокойся. Я Все? Стал нюхать землю. Ого, как я и сказал, колеса отлетают. Извините, ребят, но это было очень сильно жестко. Это мега-торнадо, которое очень сильно крутит ветер. Обратите внимание, какая скорость. Ого, машины полетели в небо. Вот это скорость у тачек. Ой, я полетел. Надо мне в воздухе зависнуть. Мой диван. О, поезд полетел. Вот это скорость. Круто получается. Я тоже полетел. Я думаю, оно будет... Надо найти мод, который из себя делать торнадо. Да? Да, типа вот, достал и много машин. Так, ребята, ставим еще. Ставьте быстрее еще много машин. Так, симфиз. Давайте поставим. Давайте очищу карту. Потому что у меня немножечко, да? Ой, красота сразу получается. Так, ставим машины. Я вообще сейчас потону. Это цунами еще. Ты хочешь цунами сейчас? Давайте вот землетрясение, а потом цунами. Я хотел огненное торнадо, но давайте землетрясение. Как, что хотите, то я сделаю, пацаны. Землетрясение. Знаете, наверное, надо стрим по таким проводить вещам, чтобы в комментариях, когда стрим, писали все. Скоро, наверное, будет, да? Знаешь, что я придумал, можно сделать? Можно, короче, сделать гонки со слабым землетрясением. Типа машины будут ехать и кидать. Классная идея. У меня, короче, миллион идей по поводу этого мода есть теперь. Можно сделать гонки, когда будут торнадо за тобой, типа, летать по карте рандомно. Ты выживание. Не, все, больше не буду говорить, а то еще кто-то сплагиатит. Димас, а в торнадо можно вселиться? Я не знаю, но есть такой мод, кстати, где можно торнадо управлять. Ну чё, землетрясение или цунами? Землетрясение. Давайте тогда слабенькое, потому что было очень мощное. Давайте вот такое послабее. Да подожди, подожди, ты не вот это сразу... Я подлетел, чтобы у меня камера... Ого! Все, удалил. Удалил, 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 стойте, стойте. Не нервничайте, не психуйте, пацаны, все хорошо. Дима! Ты же сам... Че, прикольно. Давайте еще ставим машину. Позже, позже, пацаны. Сейчас мы зачистим это все цунами. Или давайте, давай... Да, давайте мега-цунами. А почему бы и нет? Я вот сейчас так встану. Вот я стою себе просто, отдыхаю здесь тихонечко. И тут такой цунами лупашит. Офигеть. Прощайте, ребята. Я на самом верху, Дима. Ого, вы видите, что творится? А, я выживу. Офигеть, я выжил, пацаны. Я реально выжил, вот как? Чудом, там где я стоял, нет машин. А
Пошли. Димас. Да. Ты когда находишься в этом торнате, у тебя иногда бывает такой эффект, как будто в глаза вода попала. Да-да-да, классно, да? Это часть мода. Я прям на волну бегу. Офигеть, оно их дамажит. Одна из самых лучших таких модов. Все, последнюю. Давайте еще, даже не последнюю, а что, давайте еще эпическое сделаем. Мне понравилось. Мега-торнадо и мега-землетрясение. Ты хочешь два стихийных бедствия? Да. Ой. Ты псих. Давайте потом еще. Давайте на это еще и накинем цунами. Так, давайте поставим вот этих машин. О, давайте поставим тяжелые машины, танки. Так, у нас есть же танки. Я чуть-чуть сломался. Че нет у нас танков? А вот, да, есть. Ой. Ой, танки, извини. Я чё-то тулганом не могу ставить танки, что такое? Привет, спринтрап. Привет, младший. Знаете, что можно сделать? Можно, короче, землетрясение сделать и цунами. Или нет? Как вы хотите? А сразу три? Всё, лагает, не ставьте, не ставьте, не ставьте. Может сразу три цунами лупануть? Давай. Нет, лучше три. О, я извините, ребята, я чуть-чуть больше сделал, чем я хотел. Офигеть, давайте улетим. Ого. Надеюсь, не вылетит, но это реально эпические кадры какие-то. Я лагаю. У меня тоже. А мне нормально. Кстати, танки вообще с места особо, да, не сдвинулись? А, они сдвинулись. У меня 600 пинг, это что? Ну что, ребята, вот эпик, вот. Я даже не знаю, есть ли смысл возрождаться. У меня лагает очень сильно. Господи, посмотрите в небеса, диван летающий. Удаляй его, удаляй, потому что это реально что-то неимоверное. Я думал, вылетит. Не вылетело. Танки падают, пацаны, осторожно. Дождь из танков. Стоп-сон. Мне навсегда остался этот океан посредине карты. Я вообще один, кто выжил. Так, ну и что? И еще разок, только что-то мы сделаем такое не лагающее. Просто эпическое. 23 землетрясения. Эти машины не лагают, обратили внимание? Ну у кого как? У кого лагает, да? У меня нет. Ну нет, не лагает. Ого. Кстати, я не знаю, я такое еще когда-то записывал. Прям вообще эпическое. Ого. Машина всех лагает, потому что... Пинг. Все, больше не буду, больше не буду. У меня все, у меня... Ты куда поехал? Стоит там новая машина. Блин, я даже не знаю. Давайте все-таки... Давайте... Высаживаемся. Я хочу вот сюда просто полететь, чтобы сразу я не умер. Хочу постепенно умирать. Погнали. Я с тобой хочу постепенно умирать. Эй, погода портится. О, пошло. Дай мне угадай, я зря возродился. Да. А чё он туда улетел? Давайте отсюда посмотрим, как это будет выглядеть. Крутит. Машина пошла первая. Пошел дом месить. Ого, да? Смотрите, как их сносит. Эй, торнадо, лети сюда. Димас, а там кто-то находится, мне кажется. Да? Ничего, не бойся. А на кого-то... Эй! Он улетел, что ли? Хорошо. Еще разок. Пацаны, я нашел бункер. Ух ты. Он улетает куда-то, знаете почему? Нет, он возвращается. Ой-ой-ой, пошел прямо на нас. Ух ты. Он, знаете, кончается, так понимаю, сам по себе. Он не вечный. Все машины снесло туда. Ну и все, давайте их тогда в одну сторону уже сместим. Офигеть, давайте вот тут посмотрим, как это будет смотреться. Ой-ой-ой. Хорошо вам, пацаны? На. Нет, мне тошнит сейчас. Давайте их помесим, машины эти. Ой, лагает, да, чуть-чуть?
поместить этот их надо было разного цвета. Нормально, колбас, мне нравится. Мне сейчас будет тошнить. Да. Вода в воде. Прикольно получилось. И все, и последний раз. Прям в эпицентре я бы находил. Не, я бы зарядился. Ого, тут пацан даже под водой не поможет. Ну как сказать, я под водой нахожусь, и мне помогает. Да? Да. Я прям в эпицентре, такой сверху. Я вместе с тачками в воду улетел. Вон машина полетела. Самый последний, 10-й. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокс, Саврекс, Гусанек, Госдума, Венера и Тучка, Космохимик. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, здорово, ребята. Всем привет, йоу. Всем йоу. Наконец-то вышел крутецкий мод на изменение погоды. Называется G-Wazer. Будем сегодня тестировать, выживать на постройках и просто смотреть, какие можно глобальные вещи изменять на карте. Если пять, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Лава-бомб. Ой, сверху. Смотрите, сверху летит. Ой-ой-ой. Осторожно, осторожно. О-о-о-о. Это мощно. Я думаю, что надо поставить здание и посмотреть, что оно с ним сделает. Потому что тестирование только так мы можем оценить эту мощь. Все, пацаны, прям на здание летит. Внимательно, смотрите, что с ним будет. Даже интересно, на самом деле. Ой-ой-ой! Красиво. Это было эпично, ребята. 100% этот ролик заслуживает лайка и подписки. Кто не подписался, обязательно это делайте. И залетайте в Discord, пообщаемся. Ссылочки все в описании. Давайте я добью. Давай. А можно два сразу? Вот я два лупанул. Проверяем. Да, два летит. Ого. Ух ты! Ух ты, ё-моё! Light show. Snow. Легкий снег. Да я знал, видишь, молодец, тоже английский шаришь. Ничего интересного, потому что следующий у нас идет Partly Cloudy. Это просто облачно на карте, да? Да. Понял. Вот это уже интересно. Aurora Borealis. Короче. Как ее называется? Северное сияние. Молодец, шаришь. Вот это очень красиво смотрится. Так, Склоуди. Это у нас дождь. Нет, это... А, это туман. Облачно, это облачно. Да я знал, видишь, молодец, шаришь. Light rain. Вот, легкий дождь. Легкий дождь. Пора школы. А, у нас же, смотрите, с этим модом есть табличка слева. И нарисовано... Ой, написано, сколько температура и ветер в секунду дует. Там будет, конечно, дальше жестче. Так, это у нас quarter size. А что это такое? А что это? Это снежок тоже. Или это град какой-то? А, это легкий град, я понял. Просто лето, санни, солнечно. Блин, да. Это классно сразу. Очень ярко стало, прям сильно меняет карты. И вот это очень прикольно смотрится. Смотрите, как очень круто делает ночь этот мод. Он просто обалденный. Я его, кстати, добавил в коллекцию, он уже мой. Мы придумали очень много классных идей по этой карте. Ой, по этому моду. Следующий у нас Слит. Ой, дождь прям. Вау. Слит, это как дождь переводится? Слит. Ураган? Не? Ну, хорошо, не уровень 2. А на уровне 2 мы уже будем выживать на здании. Пацаны, залетайте. Начинается самое интересное. Вот сейчас будет очень жестко. Так. Поехали. Heavy Snow. Ух ты, снежок. И смотрите, так, даже карта меняется, все белым становится. Вау, круто. Так, здание шатается, но не сильно, да? Да, он не, снежок ничего... А, нет, он делает, да. Что-то шатается. Так, наверное, лучше я зайду сюда. Очкую я что-то. Заметь то, что когда ты бегаешь по снегу, даже звуки слышны, как будто реально по снегу бегаешь. Да, кстати. Да, это круто. Cold front. Это... Просто ветер? Нет, это просто типа прохладная среда, поняли? А. Холодно, в общем. Хорошо. Да, это осень. Tropical Storm. Во. Это, наверное, жестко будет сейчас. А не, ну это же всего второй уровень, это не сильно. Ну ладно. Ничего не происходит. Cold Freeze. Вот. Ребята, обязательно досмотрите до конца. Там будет такие дальше стихийные бедствия. Просто очевеете, это будет очень сильно. Так, это у нас град. Который, кстати, уже может ломать здание. Ну, слышите, доски лопаются? Да. А, реально. Сейчас урон по ним нанесется и все, поэтому я лучше встану под крышу. Heat wave. Это еще жестче жара.
Угу. Heavy Rain. Ух ты. Нифига себе ливенище. И начинается просто мгновенно. Тот, кто этот мод сделал, блин, ты реально молодец. Ну, красавчик. А что такое Хабоб? Хабоб? О! Что? Это типа... Ого. А, это что, какая? Тропический буря, какой-то... Буря. Это буря! Все в здание! Песчаная буря. Ой. Ой, блин, песчаная в песке буря. Все. А, да, это песчаная буря. Закройте глаза, и нос, не вдыхайте эту пыль. Так, оно не ломает нас почему-то. А, ну, походу, маленькое. Ладно, просрало. Эш Шторм. Ух ты. Ого. Фига себе, шторм. Ой, себе. Бегает, шторм, все, прячемся. Ай, ничего такого. Не, видишь, оно на втором левеле слабо. Хорошо, переходим более жестче. О, Близзард. Это метель, это метель. Угу. Ой. Так, ну уже я вижу, более или менее шатает здание, но этого мало. Вот, пошло интересно, кислотный дождь. Давайте посмотрим, что будет, если мы реально под ним повыживаем. Тим, не выходите, а то вас в кости превратит. Реально? Да не, ничего не происходит, слабый. О, а вот это должно быть пожестче. Вот этот град должен быть. О, ломает, смотрите. Под крышу все. Все, да не, все нормально будет, не ссы. Она не убивает? Ого! Ой. Пацаны, это очень опасно. Сейчас еще этот мостик разрушится и все. Ого! И тучка, ты там шатаешься нормально так. Сейчас если мост разломается, ты уже будешь отдельно от нас. Ничего страшного. И тучка. Ого, все лопается! Уходи. Ого, он уже отдельно. Нет, я брал. Вокс, ты боишься? Нет. Правильно делаешь. Дима, у меня же стекло-то не ломается. Так, что-то слабо. Поехали дальше. Согласен. Extreme Heavy Rain. Опа. Ого! Вот это реалистично. Мне интересно, будет на физику машины влиять или нет? Если вы хотите еще тест этого мода с автомобилями, можем обязательно это сделать. Просто напишите, мы хотим. Не, пацаны, слабый дождь. И Дима, может быть, когда-нибудь сделает это. Вот такой вот есть у нас ветер. Какой такой? Смотри, смотри. Нифига. Ого, оно шатает. Пацаны, это уже очень опасно. Сейчас будет ломаться что-то, я чувствую прям. Да не, давай дальше. Ты думаешь? Пофиг. Уговорил. Так, категория 1. Ураган. Короче, ураган. Первая категория. Да. Переходим к четвертую категорию. Сейчас будет жестко, ребята, я предупреждаю сразу. Так, заходите все вовнутрь, заходите. Готовьтесь. Ого, меня сдуло. Давайте посмотрим, как будет здание себя вести. Оно держится. Так, не мешаем, смотрим. А кто еще живой? Есть, улетело. Кто выиграл, пацаны? Венера. Венера, ты молодец. Давайте посмотрим, что будет дальше со зданием. Оно просто разлетится на всю карту? Наверное. Ничего себе его колбасит. Ладно, стой, держись. Прикольно. Просто разломало. Ребята, вы знаете, что этот мод еще ломает и статичные постройки? Сейчас будем смотреть, как оно будет их ломать. Долетайте. Дерэчо. Это... Кто дерет? А, вон, надвигается. Ого, шторм, вовнутрь. Пацаны, все вовнутрь. Ой, Звуки. Так. Так, он ближе. Ого. Блин, он прям над нами. Это торнадо, ломает. Здание разрушается, смотрите. Ого. Блин, пацаны, будьте осторожны. Аккуратно сидим. Вот это настоящий ураган. Фокса туда кидайте, Фокс. Пацаны, мы сейчас все равно все сольемся. Я прям чувствую, как оно разрушит полностью это здание. Ой-ой-ой, гусанек, не надо. Не надо. Хорошо, это слабо. Это была тренировка. Теперь у нас идет категории 2 ураган. Так, ветер пока 10 километров. О, резко ветер увеличивается, смотрите. Во-во-во. Нифига себе. И шум это дождя, я. Да, одинаково подумали. Вот это жесть. Ого, она шумит. Ветер усиливается. Так, я стою, отлично, за стеной. Держусь. Не, слабо как-то все равно. Да не слабо. Нормально. А что здание не ломается? А нет, забирай свои слова назад. Ой. Ой. Все, возлепишь. Ай, по спине дало. Ой. Ветер поднялся до 120 километров. Вот почему она не ломалась. Ой-ой-ой. Блин. Мы сейчас сдохнем.
Да нормально. Слабо. Слабо. Помогите. Хочу еще. Так, у нас теперь... О, ребята, сейчас будет жесткий градопад. Ой, блин, не стоит. А, вот этот град уже, ребята, мощно лупашит. Слышите эти звуки? Нифига себе. Ой, лагает. Ай, Горисмот, не лагай. Ой, пролагало. Не вылетай. Ой, да не, не вылетит. Это бывает. Эти по спине. Штучки, эти штучки можно брать. Серьезно? Какие? Да, они вот, их можно взять на Е, только они стают сразу. О, значит, и снежки можно. Хорошо, мы сейчас протестим по-другому. Это здание очень сильно лагает, так как Горисмот не умеет делать то, что мы обычно делаем в роликах. Давайте возьмем вот такое вот стандартное мощное здание, которое может показать, на что способны эти стихийные бедствия. Потому что дальше идет очень сильно мощно. Пятый левел. Ой-ой-ой. Это у нас третий категории ураган. Ожидаем. Так, Дим, пошли спать. Пошли. Ты думаешь, мы уснем сейчас в такую погоду? Ну давайте, поехали. Мы все вместе будем? Нет, ребят, я вот так встаду. Потому что сейчас будет что-то мощное. Сейчас он придет. Ожидайте. Сейчас он придет. Ветер поднимается. А вы заметили, дождя нет внутри? Да. Мы же как бы под крышей. Слышите, увеличивается мощь. Ага. 40 километров в час. Что-то страшно. Сейчас будет 100. Может, уже в помещении? А нет, вот. Ого! Бегите от кровати. Блин, оно сейчас прихлопнет нас. Бегите. Убегайте. Бегите. Вот, я здесь буду выживать. О, на кухне. Я к себе. Ё-моё. Дим, пожрать есть что? Ого, улетело кусок стены. Да. Слабо. Еще надо. Слабо, конечно. Сейчас сильный ветер. О, ветер 200-260 километров в час. А, ну слабо, слабо. Ой, а что я пролетел вниз? А, это уже просто сну. Вот это жесть. Кто остался живой? Ё-моё. Тупая физика. Давайте посмотрим, как оно просто разлетится по всей карте. Ого. А это мощь. Ого, стекла трещат. Нифига там полетает все из дома. Смотри, тут стена дрожит как. Вот, она вырвалась. Down Burst. Ой, это тоже какой-то шторм. Ой-ой-ой, дождик. Мощнецкий притом. Пошел процесс. Я ничего не вижу, пацаны, вы видите что-то? Нет. Вижу. На меня Саврак сел, ну слезь. Я ничего не вижу. Пацаны, мы все сейчас улетим, готовьтесь. А, меня бьет крупом. Хорошо, слабо. Вовремя я остановил, у нас днище отвалилось. Так, здание пережило этот ураган. Радиоактивный шторм. Ой-ой-ой. Ничего себе. А! Это жесть. Там еще молния бьет, кстати. Ого. Слышите этот звук? На удивление, оно еще выстояло. Это у нас четвертая категория ураган. Ух ты. А торнадо будет? Я думаю, что будет. Сейчас, сейчас оно разгорается, какой-нибудь. Ожидайте. Осталось 10 секунд до того, что мы будем живы. Уже шатается. А, нет, вы ходите по доскам, она шатается. Ого, ветер увеличивается. Интересно. Стоим, стоим. Приближается ураган. Мне интересно, машина сильно будет сдувать? Конечно. А мы в домике. 50 километров в час. Ого! Ого! Ой. А! Тихо! Сдувает! Стойте, 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 пацаны! А! Все! Нет! Я буду жить! Я ничего не вижу! Долетайте! О, я буду сейчас на балкончике чилить и наблюдать, как это здание вместе со мной улетит в небытие. Мы с тобой. А, все, хорошо, я рад, что вы меня поддерживаете. Так, вы готовы? Вот такой вот штуки называется ветер 350-400 км в час. На, готовы. Ого. Тупая физика. Там, посмотрите, там Ерор вообще пишется, типа. Смотри, как на веревке эта штука держится. Это лифт или что это? Все, вырвалось. Да. Так, смотрим. Жестом пропы вырывает. Просто как сухарики щелкает. Точнее, семечки. Любое здание просто уничтожает. Интересно, оно бьет пробу какие-нибудь? Убьет. Ну, пока мне смотри, держится, еще и хорошо держится. Fire Storm, ну, я, наверное, скажу, что это будет Fire Show! Ё-моё! Это что? Это пожар? Просто! Нет!
Интересно, дерево горит или нет? Горит или нет? Не, оно не горит. Оно не горит, на удивление. А если я улечу далеко, это прям по всей карте эта штука? Да. Это просто все в огне. Тут адская музыка. А вы слышите этот звук, да? Как будто что-то скрипит? Да. Бог его не слушает. А здание еще целое, смотрите. А, я уже сгорел. Не, ну, такое, да, должно по идее было, но просто сгореть. А оно не сгорело. Так, давайте еще разочек. И теперь у нас тут уже идет самое мощное. Это у нас Pori Classic Flow. Это сейчас будет опять постепенно или это резко что-то прилетит к нам? Понять, как в тот раз? Резко. Я так и думал, что сейчас будет жопа. Блин. Офигеть. Очень красивый серый цвет. Ну это как бы такой, знаешь, для полигонов домик. Так, вот я стою, смотрю, например, да, в окно. И здесь, например, такая штука происходит, называется Permian Extinction. Что? Это магма какая-то. Или, подожди, то есть, а если встать? Что произошло? Это лава. А метеориты падают, метеориты. Да метеоритный дождь, что ли? Давайте я без здания запущу, мы посмотрим, что это за штука. Магма, кстати, дамажит. Это мощно, согласитесь. Да. А если я машину поставлю, просто для интереса, что с ней случится? Она умрет. Сгорит? Умрет? Она умрет. Классно. Ух ты. Нифига. Ого. Слышь, а прикольно так повыживать? Ой, прям за тебя. А это круто. Ой. А и все? А нет. Вот плава. Нет. Но машина не дамажится, это очень странно. Vacuum of Space. Давайте посмотрим, будет это как-то влиять на здания. На деревянные, так как они очень чувствительны к урону. Так, и включаем эту штуку. Гравитация 0. А, это мы в космосе находимся. Сейчас должны жизни тратиться, смотрите. А если стрелять? Все, да. У нас кислород. Звука нет даже с выстрелов. Кислород кончился. Это уже будет самое последнее, самое мощное, что есть в этом моде. Пацаны, готовы? Да. Конечно, давай. Категория 5, ураган. О, мне кажется, перекластик Flow все равно как будто мощнее. Это снова не торнадо, конечно, жалко. Ждите. Ждем. Мне кажется, сейчас ужас будет. У тебя будет кошмар. Ужас, Дим, это еще ты легко сказал. Дим, как ты пишешь вот этот вот дождик, который надвигается? А, я думаю, что мы все выживем. Но я так успокаиваю вас. На самом деле мы не выживем. Мы потом выживем. Ждите, осталось 5 секунд. Можете делать отчет. 5, 4, 3, 1. Все, пацаны, прощайте, мы полетели. Неудобная ситуация. Сейчас, да. Рад был с вами всеми познакомиться. Хочу посмотреть, что со зданием. Нифига себе мощь. Вот это колбасит. Дорогие друзья, с вами Димас, Logdog, Нига IP, Серега, Апкай, Стаканчик. Пацаны, скажите какие-то веселые слова. Здорово. Всем приветики, омлетики. Сегодня у нас самый эпичный ролик, который вы видели за последний год на моем канале, потому что мы опять будем записывать стихийные бедствия. Торнадо, цунами, наводнения и всякие огненные смерчи сегодня в этом ролике вас ждут. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем эпик. Серега здесь настроил всякие постройки, но я думаю, что они проживут. Ты их зафризил или просто положил? Положил, зафризил. Если ты их зафизганил, зафризил, они не улетят. Ну, посмотрим. Давай тогда начнем без огненного, потому что огненный сразу всех сожжет. Так, ребята, это всего-навсего второй уровень. Ну что, машины улетают? Нет. Это просто беспонтовый, шумный с торнадо. Смерч, хотел сказать. Да, буду говорить не смерч, а торнадо, потому что и так тоже считается правильно. Так, ну что-то слабо, да? Очень. Хорошо, давайте не будем вообще мелочиться. Сразу третий левел. Вы же знаете, что люблю эпик. О, землетрясение. Давайте лупанем чуть-чуть. Ну-ка. Ломается что-то? Нифига, у них зашатает. Так, и давайте успеем поставить. Так. Итак, две машины. Посмотрим, улетят или нет.
Мне кажется, просто мы наставили кучу машин, танки точно не летят с третьего левела. Так, один смерч появляется, вы видите? Вижу, вижу, вижу. О, чувака унесло, смотрите. Прощай! Круто! Офигеть, а не то, что прям на третьем левеле уже так уносит? Дома еще стоят, машины. Дома стоят, машины стоят. Ну нафиг я в дом. А чего ты, Серега? Вон он идет, сюда. Ой, а что это с ним? Не знаю. Просрал? Он так разве кончается? Хорошо, хорошо. Четвертый уровень. Сережечка. Сейчас, короче, мне кажется, машины улетят. О, кто хочет именно аттракцион? Садитесь в машину, вас сейчас унесет. Ого, смотрите, как трещит прям воздух. Так классно сделано все. Очень эпично все смотрится. Надеюсь, ребята, вам понравится. Пошел, пошел, пошел. Смерч сюда идет, ребята. Идет сюда. Я хочу тоже полетать в смерче. А ну давай, поедь на машине прям в смерч. О, сюда идет, отлично. Так резко спустил. О, смотрите, уже приподнимает машины. О, кто-то за рулем. Правильно, правильно. Нас унесло. Ого, я вижу. Смотрите, приподняла машину. Короче, я побегу в смерч. Что будет, когда я побегу в смерч? А ну, давай, уноси меня. Второй же уносил. Ой, машина прилетела. Нифига себе он быстро, я не успеваю за ним. Хорошо, ребята. У нас просто очень много стихийных бедствий. Поэтому давайте будем ставить дальше. Домики. Пятый левел. Серега, ты готов? Да, я в домике. Надеюсь, он тебя спасет. Огненный, просто крутой огненный смерч, который будет все сжигать на свой... Ого! Улетела под воду машина. Еще одна. Вот это его унесло. Красава, красава. Дома стоят. Я пойду протестить. Так, у нас тут есть вот билдинг. И у нас есть тут дома. Давайте все-таки поставим какие-то дома. Серега, их, наверное, может, чтобы не зафризенные были. Вот так вот. Ловите меня. Я их расфризил, кстати. Да, понял. Хорошо, сейчас он пропадет сам собой, а мы ставим пятый левел, обычный. А пятый был? Давайте шестой. Ой, сейчас, ребята, будет. Ой, сейчас, ребята, будет. О, как раз тут заканчивается. Смотрите на это небо. Оно просто эпично черное сейчас будет. Ну что, смотрим, улетают дома или нет. Ого, это прям сильно. Ну что, ребята, давайте подпрыгнем. Глаз подкинуло, ребята, подкидывает. Прыгайте, просто когда смерч вас, прыгайте. Вас будут уносить. Ну давай, смерч, подкидывай меня. Над водой летю. Смотрите, над водой. Круто, я пролетел над водой. И огненный, и этот торнадо у нас. Ну, дома не унесло. Ой, я вижу, подкинуло дом. Вот это летает все жестко. Кстати, мод намного графически улучшили. Круто смотрится. Дом вообще не видно тот. Просто чернючий. Хорошо, у нас еще очень много наводнений впереди. Что? Так, он не исчезает почему-то тут торнадо. Может очистить карту? Сейчас все удалился. Он почему-то странно себя ведет. Так, ну что, мне кажется, можно уже, Серега, поставить даже грузовик. Сейчас у нас будет седьмой уровень. Поднимет ли танк торнадо седьмой левел? А следующая будет стихийное бедствие, наводнение. Ого! Вот это унесло. Серега, ты видел? Ребята, держите меня. Ого, я в скайбокс улетел. Я над этим, над ураганом. Там так спокойно, как в реальной жизни. Офигеть, такого давно мы не записывали. Колесо, вот колесо. Это мощь! Вот это мощь! Танк унесло, унесло или нет? Да. Меня унесло. Тут и колеса. Броневик у колеса. О, я вижу, броневик как рахит едет какой-то. Двух колес у него нет. Ну что, я и бегу! Торнадо, давай, уноси меня в небо! Давай, 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 я тебя не упущу! Ты мой шанс, полетели. Вот, блин, откинула меня. Представь, Серега, было бы классно, если бы воду поднимала. Стоп. Стоп, останавливаем. Ребята, садитесь в броневики и в машины тоже.
Сейчас будет у нас очень классный полет. Небольшое наводнение, чтобы не было всем скучно. Вот это затопило все. Круто идет. Ой, у меня жизнь потихоньку кончается. Но мы выжили. Ну как вам наводнюха? Нормально. Ну что, ребята, восьмой левел. Что можно поставить, Серега, тяжелого? Ну, огненный торнадо. Серега, знаешь, что мне кажется можно сделать? Можно сделать аттракцион. Берем машину, да? Берем... Это, короче, гениальнейшая идея, что вы можете увидеть. Берем веревку. Так. И прицепляем по углам, Серега. Отойди. И когда будет торнадо здесь, ты как бы будешь в машине сидеть, но не улетать. Прикольно? Да. Ну что, кто не сыт побывать в центре апокалипсиса? Потому что сейчас будет самый жестокий торнадо. Ну, не из самых последних. Сейчас будет, ребята, у нас восьмой левел. Я тоже сяду в машину. Ой, не успел. Ого! Колбасит как. Смотрим на машину, что с ней будет. Вырвало колеса и веревку оторвало. Мне кажется, такие торнадо ставить, ребята, надо на Big City, да? Ого! Я полетела, вы где все? А я на живой? На Серега, что ты там делаешь? Кофе пьешь и смотришь на торнадо? Я откинула. Ого, смотрите, выше неба. А здесь спокойно как, круто. Вадим, привет. А, машина летает в небе. Стоп. Стоп, ребята, это прям очень мощно. Но это и не конец. Короче, Серега, сейчас будет самое эпичное, что вы видели. Готов? Да. Ой, сейчас поставлю машины, которые не вызывают, допустим, лагания. Есть у нас такие. Смотрите, транспорт. И, допустим, вот эта машина, она не требует больших ресурсов. Смотрите на эти машины внимательно. 3, 2, 1. Полетели. Ого, колбаса. А что дальше будет? И все? Я думал, будет подкидывать. Что за просрашно? Хорошо, Серега, хотите жестче? Нате вам такое землетрясение. Сейчас должны полететь. Это следующий уровень. Смотрите, вода аж выплескивается с берегов. О, вот это же поедет. Ого, танк колбасит. Брейк на танке. Кто заказывал? Вот это... Смотрите, я нажму на В, хоть не будет колбасить меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это все подкидывает. Но сейчас резко и кончится. Он как начинается, так и заканчивается. А что с танком? Нормально все с ним поет? Нам нормально. Ого! Ого! Это он, Серега, так кончается резко. Да. Как неожиданно пришел, так и неожиданно ушел, да? Ну что, остался самый последний уровень всех стихийных бедствий. Как вам торнадо и наводнение? А торнадо такой, вроде бы не мощный, но при этом я вижу, как колбасит танк, мне кажется, немножко мощный. Смотрите, как танк летает, как пушинка. Это что-то такое нереально мощное. Да, и он такую скорость имеет нереально быструю. Колеса улетели. Ого-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, он закручивает, ребята. Круто. А что если ядерную боеголовку закинуть в торнадо, Дима? Кстати, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы это и сделаем. Серега, все, я остановил его. Че, давай очистим карту, может? Нет, потому что это не конец. Кто ко мне бункер? Это че? Я думаю, загасит ли огненная торнадо цунами? Не. Нифига себе мы сделали мясо. Ребята, это настоящий апокалипсис. Что будет, когда упадет метеорит и дойдет до вас волна? Вот такое будет твориться. Это что-то нереальное, да, Серега? Смотрите сверху.
Что мы сделали с картой? Офигеть. Как вам, ребята? Апокалипсис. Вообще круто. У меня даже лагает, если честно. У меня нет. Нет? Ну, так как хостинг на меня держится, поэтому я испытываю все нагрузки. Офигеть. Я вижу, как ваши трупы летают. Ой-ой-ой, там танк в голову прилетел. Вот это жесть. Стоп. Останавливаем систи. Ого, я их наставил. Там, короче, Серега было где-то 30... А, то машины еще были. Где-то 8 стихийных бедствий я активировал. Ну что? Ой-ой-ой, что-то творится нереально. Оп. Ну что, ребята, теперь настал тот момент, когда мы будем ядерную бомбу кидать в цунами. Я ставлю. Ой, не в цунами, давай ты в торнадо. Поставил? Давай одну лучше. У меня бункер БТР, ребят, залезайте. Потому что и так будет жестче. Давай, Дим. Ну что, ребята, поехали. Первого лица бутыри очень красиво. Да, согласен. Смотрим. Давайте только понаблюдаем. Я думаю, что она дойдет, ее подкинет. Ты не зафризил, Серега? Нет. Нет. Все отлично. Идет. Смотрите. 3, 2, 1, 0. Пуск. Серега, все четко по таймингу. Красиво. Ой-ой-ой-ой. Серега, теперь хочу сделать кое-что другое, но это будет более красивее. Хотите? Ну, не будет так взрывоопасно. Да, Серега, хочу много разных бомбочек. Гренвича накидать, вот этих вот. Понял, ставь. Сейчас, у меня тут, конечно, такое творится. Ай. Ну что? Ну зачем? Умный человек, сразу видно. Я случайно. Ты сверху? Все, запустил. А бомбы там есть внизу. Блин, я ничего не вижу. Такое что-то творится на этой карте. Все черное. Все. Полетели бомбы, смотрите. Ууу, красиво, да, Серега? Так, пока смерч работает, надо еще парочку бомб подкинуть туда. Давайте подкинем, например, вот этих бомб. Ой-ой-ой-ой-ой, полетели. Ой-ой-ой, вот это жесть. Что говоришь? Танк откинули сюда без колес. Дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Позитив и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный мод на стихийные бедствия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начнем сегодня все разрушать. Ребята, дождитесь до конца, дальше будет смерчи огненные, цунами и даже наводнения в Гаррис моде. Так, я побежал, Димас. Да, и если вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Мне очень приятно, ролики выходят каждый день. Смотрите, я ничего не жму, я просто наступаю на него и бросаю вперед, и оно само едет. Без рук. Просто. Серега, знаешь, что хочу затестить без рук? Что? Стопунчатки. Проверяем на машине. Ну-ка, я. А, еще знаешь, что? Еще же будет зыбучие пески. Я уже, кстати, не езжу. А ну стой. Тихо-тихонечко. Ха-ха, я торма, видишь, держу. Офигеть! Ну-ка, я возьму. Нифига себе! Короче, классная штуковина. Удаляем. Мы наставили здесь кучу льда. Так, следующее у нас. Землетрясение. Но оно будет, наверное, очень слабое. Слышишь этот звук? Да. Так, подожди, что? Во-во-во. Оно настолько слабо, что даже машины, наши дома не будут разрушаться. Эти дома, кстати, идут вместе с модом стихийными бедствиями. Поэтому они должны улетать, разрушаться и что-то делать еще. Короче, ничего не происходит интересного. Вот это, кстати, я не знаю, что это. Это смоляная штука, это она горящая или чего? Да, она горящая, она еще это может затянуть тебя, вот смотри. А ну давай. Я допустим, вот на машине еду. Давай. И она булькает. Вот, о, что ты? Смотри, уже засасывает. Вот она, кстати, она уже затянула мое колесо. Я вижу, ты как бы сел. Да, тебя потихоньку нет. Тянет в эту лужу.
Так, хорошо. Серега, давай, а ну отъедь. Давай покажем сейчас намного интереснее штуку. Понял. Это у нас зыбучие пески. Должна, так, кстати... я заезжаю в них. Давай. Должна вся машина провалиться, по идее. Вот, ты проехал. Ой-ой-ой, а что с тобой? Меня затягивает. Я такого мода еще ни разу не видел. Очень прикольный мод. Да, кстати, после того, как я в смолу попал, посмотри, что со мной стало. Я стал черномазом. Ну да. Хорошо, машина, разглючивайся. Кстати, в тот раз мы проверяли, она целиком провалилась, да? Да. Следующее у нас, это очень маленький смерч. Буду ставить его здесь. Посмотрим, делает он какое-то действие или нет. Нет. Джокеру все равно. И машина даже, которая там стоит. Ее даже не наклонило ни на миллиметр в сторону. Довольно-таки интересно. А на нас интересно. А на нас интересно, он как-то повлиял? Давай, я вот его ставлю и в него сразу забегаю, вот. Не, Серега, вообще никак, только визуально он есть. Да. Кстати, они со временем исчезают, даже если мы какой-то не удалим, все останется. Так, это у нас второй левел. Какая-то фигня, ой, которая сразу дамажит, не буду ее ставить. Землетрясение, которое намного сильнее. Ты слышишь его? Да. Да, кстати, я вижу... Серега, вижу по ее лицу, она, да, она тоже чувствует. Это Серега поставил такие лица. Ну, прикольно. Настроение реально крутое. Хорошо. Она боится землетрясения. Серега, я не буду говорить, что, просто смотрим. Ой, ой. 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 Димас, посмотри, как люди прыгают. А почему они так делают? Ой, Димас, вырубай. Вырубай, вырубай, машина дамажится. Или не? Ладно, нет. Вот она задохнулась, бедная. Это что у нас? Black Eyes Over. О, что-то с машинами. О, Дима, скользко стало. Я гололед, что ли, запилил? Да. Да ладно, тут гололед есть. Серега, ты представляешь, какие можно челленджи записывать нам в будущем? Ну-ка, давай-ка я попробую сяду в машину, смотри. Давай, я включаю. Врубил? Во, все, сработало. Не, на машину не действует. Ну хорошо. Следующий у нас мини-смерч, который на воде. Но он, наверное, будет просто манюсенький, да? Ну, этот побольше будет. Да, он довольно-таки неинтересный. У нас есть вот такая. Вот что у нас интересное есть, Серега. Ай-ай-ай, горю. Огненный здоровый смерч. Вот это классный мод. Смотри, как реалистично, да, Серега, смотрится? Да. Знаешь, в чем смысл? Они всегда разные. Отойдите, пожалуйста, оттуда еще раз. Они всегда визуально разные. Сейчас, подождите, вот. Вот, желтый. Ай. То был оранжевый. А это просто желтый. У него, видишь, нету внизу такого, как бы, дыма. Просто смерч. Круто. Просто здоровенный. Может, потом огненный смерч большой сделаем, ночь включим. Серега, да. Теперь вот такая штука у нас есть. Нет, смотри, на людей не действует тоже. Ну это слабенький, потому что еще. Да, это слабенький. Ну да, чуть-чуть сдувает, кстати, ты чувствуешь? Да. Есть. Ого, такое. Смерч, я не видел его. Вот это кабан. Хорошо. Давайте будем спускаться ниже. Не будем смотреть водные, не будем смотреть землетрясения, будем смотреть самое интересное. Серега, ты готов? Да. Ого, смотри, они прям сделали такую штуку, что прям небо меняется. Да, вот это жестко. Смотри на машины. Ого, они прыгают. Танк, смотри, даже сносит. Серега, представь, сделает гололед и вот это ветер, и все будет на карте. О, это вообще жопа. Но мы это сделаем в следующей серии, не будем все в одной. Смотри, прям воду затягивает в небо. Да. Ребята, смотрите, насколько это все глобально. И это всего у нас третий уровень. Хорошо. Жалко, что вот эту многоэтажку не сносит. Ну да. Кстати, есть карта, где разрушаются дома. Мы ж можем там потом запустить. Это да. Смотрите, как сделали. Не резко пропадает, а прям как будто просто уходит циклон. Так, четвертый левел. Ой, Серега, четвертый, это будет жестко. Готовься. Я иду в помещение, пацаны. Буду с бункера смотреть отсюда. Сильно сыкотно. Ого. Кстати, в помещении... Вон не... сверху появляется уже. Вон. Кстати, внизу, если в помещении, оно не работает. Сделано будет на крыше оно. Так, идет на наш город. Это военный городок. Там военная машина большая стоит.
Так, проходит мимо. Ты слышишь эти звуки? Звон какой-то. Да. Как будто там, знаешь, металл бьется друг об друга. Спасибо, кто меня лечит, красавчик. Так, смотри, 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 он идет. Подожди, а чего они нарушают наши дома? Потому он ко мне идет. Он ко мне идет. Во-во-во. Ого! Смотри, смотри, машину подкинула. Кстати, ребята, это не просто, мы сейчас еще будем дальше и выживать. Ой-ой-ой, прям наш город. Танк, смотри, как колбасит. Джокер... Колбасит, ну, никак это, ну, не затягивает пока что. Так, все. Антициклон уходит, погода хорошая. Все отлично у нас. Пятый. Ой, ребята, торнадо. Что сейчас будет? Сначала торнадо, а потом опять эту штуку. Вы готовы? Я бегу, прощайте. Ой-ой-ой, надо сюда бежать. Нифига себе, какой эпик. А она мимо обходит их. Да подожди, сейчас она как тогда, наверное, может резко пройти на них. Побежим ближе. Не сильно она быстро прям перемещается. Так, идет сюда, прям на город, смотри. Это какой у нас? Это пятый. Это середина, получается. Так, не хочет идти сюда. Вот это у нас. О, нет. Чего, Серега, не ссы, я так 100 раз делал. Ой-ой-ой, торнадо дальше будет. Смотри, грузовик полетел. Дома ломает, смотри. Воу, ничего. Смотри, подбрасывай в небо. Офигеть. Просто утянуло в небо. Ну, дома еще стоят. Грузовик стоит, танк стоит. А давай проверим, машины упадут сейчас с неба или нет. Все, торнадо кончилось. Резко. Как бы их торнадо в разные стороны разбросал. А вон, я вижу, они лежат, дымятся. Хорошо. Давайте дальше. Серега, это будет сильно, прям вообще. То, что было сейчас, это цветочки. Ого! Дома у него. Я же сказал, что цветочки. Смотри, давай посмотрим. Ребята, пишите в комментариях, утащит ли танк в небо или нет. Потому что, мне кажется, танк не берет особо. Танк как стоял на месте, да, так и стоит. И грузовик, кстати, контейнер, он, видишь, с бензином стоит. Да. Ой, я улетаю на В, потому что мне настолько сыкотно появиться там внизу. Так, 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 сыкотно. Нормально. Танк! О, подняло! Фигеть. Ты что, ну лупашит? И грузовик. А ладно, все. Стопе, успокойся, ты сильно психованный. Так, Серега, ты готов дальше? Да. Торнадо EF4. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, на В нельзя летать. Давайте, чисто выживание. Кто выживет? 66 жизней у меня. Я в домик. Смотри, я... оно прям в воду опускается. А, меня затягивают, помогите. Я иду вовнутрь дома. Это ты правильно сказал, надо сюда. Я в этот домик, который я поставил. Я понял. Серега, кстати, Джокер и еще челик стоит NPC-шки, им ничего. Живые. Ого, эти бросают в небо прям. Ой-ой-ой. Было бы прикольно, если бы NPC-шек бы тоже в небо подбрасывал, они орали бы там. Это жесть. Мод очень большой, и ролик получится, наверное, длинноватый. Серега, смотри, что еще есть. Просто случайно цунами идет. Да нормально, резко, смотри, живые все. Ой, Джокер нормально стоит. Да. Ладно. Давай, Серега, поставим пару машин, потому что землетрясение есть очень мощное. И просто интересно, как оно будет реагировать. Так, погнали. Землетрясение. Ой. Ну-ка. Машину перевернет или просто будет подбрасывать мощь? Ого, ее откинуло. Смотри, как автобус танцует. О, на В подлететь. Офигеть. Можно. В подлети, не кидает камеру и видно, как все. Да уж, вот это жестко, Димас. Хорошо. Восьмой. Как, восьмой левел? 8 баллов, наверное, вот так может быть. Серега, беги. Ого. Машины улетели. А чё NPC стоят? Может, надо им включить, чтобы они игнорировать игру, выключить ИИ, чтобы
чтобы они бегали, может? Ну, попробуй, посмотрим, что из этого получится. Они на месте просто стоят. Во, во, они начали двигаться, во, вот сейчас проверим. Так, смерч, посмотрим. Иди сюда. Это кабак. Там контейнер их... в воздухе летает. Два штуки, три даже, наверное. Да, о, подбрасывают, смотри. Джокер офигевает. Во, во, во. В воду падают, прям такие видно штуки. Офигеть. Ничего себе, ребята, да как? На вепоры буду стоять, чтобы видеть, как это все в эпицентре в нем. Вот, вот, полетели. Все, кончается. Так. Ой-ой-ой. И контент. Все падает с него. Тупо все падает. Можно больше еще насадить предметов, чтобы было эпичней. Тут бензовоз, блин, взял и взорвался и сгорел. Да. Из-за того, что ты подкинул этот сверчок. Давай карту очистим. Я наставлю нового. Чпоникс. Я все удалил свое. Так. Ставим большую машину. Маленькую машину. Среднюю машину. Ой, сейчас будет... Это у нас был 8-й. 9-й. 9-й это у нас землетрясение. Я не буду его включать, да. Это просто подбросит машины. Но есть у нас Мартиан Торнадо. Это торнадо без неба. Просто мощнейшее. Давайте я его поставлю здесь в углу карты, чтобы оно пришло к нам, а то резко нам не надо. Я в танк. Ого! Это что-то нереально скоростное. А, мой танк! Я на В подлечу. Говно. Почему оно такое резкое? Вот это эпик. Пацаны, нравится вам? Да, покидаю свой танк. Автобус просто, я летающий стал. Автобус кого-то убил, Димас, позитивчика. Он на крыше дома, а нет, упал. Пацаны, вы готовы? Да. Ой, я не ожидал, что будет на всю карту. Почему так жестоко? Нифига себе, дай хоть со стороны посмотрю. Не, оно, Серега, не на всю карту. Оно больше половины. Нифига себе, тут кидает танк, как пушинку. Жесть. Не-не-не, уходи, уходи, торнадо. Ты сильно жестокий. У нас же есть цунами. Ой-ой-ой. А чё ж так темно? Он не... Оно до потолка было, ты видел? Это мега-цунами. Так, а это что у нас? Подожди, это было, это было? Ого! Стой, давай поставим объекты несколько. О. Отлично, давай, врубай. Или два я. Ух ты! Так синхронно прям? О, понеслась моча. Смотри, как этот брейк лобает танк. Давай, давай, не останавливайся. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Оп, давай, давай. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Кока, Кофеварка, Алга. Как всегда, очень много подписчиков и классное настроение. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте Big City в очень крутую игру Garry's Mod. И у нас сегодня стихийные бедствия. Выживание. Можно будет выживать на машинах, брать любого монстра. Просто кто хочет и берет. А мы будем ставить... Я, короче, буду выживать на машине. Сейчас мы, ребята, поставим. Я просто хочу успеть сесть в машину и свалить. Давайте сразу возьмем с пятого... Не, давайте с четвертого левела. Погнали. Кто выживет, тот красавчик. Ой-ой-ой, что-то я думал, будет полегче. Стоп-стоп-стоп, отлично. Ого, это всего лишь четвертый левел. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Он что-то ушел, да? А вон он, давайте к смерчу. Кто не сыт, до смерча все. Я за ним. А ну иди сюда, сыкон. Текает между домами. Я там игру взял с мафии. Ой, машину. Ого, он летит. Эй, осторожно, новые колеса. А что у тебя колеса отломалось? Ой, мы тоже что-то не этот, немножечко. Нажмем тормоз. Ух. Вот это колбасит. Нормально, мне нравится, продолжаем. Эй, слышь, щенок, ты... Твою машину именно откидывает по красоте. Блин, люблю Garry's Mod. Кстати, физика прикольная. Есть. Вот это нормально. Стоп, стоп, ручник делает чудеса, видите? Ничего не может сдвинуть. Ребята, все фигня.
Вот давайте реально лучше поставлю. Согласны? Давайте, например, я поставлю огненный смерч. Горите все, ребята. Добра вам. Вот это жесть. Смотрите, Чика полетела в небо. О, на крышу. Ой, а что у меня с колесами? Эй, колеса, ставьте ровно, стойте. Ого, что творится? Мне нравится, мне тоже. У меня, короче, передние колеса как-то странно себя ведут. Ух ты. Давайте камеру подальше, чтобы хотя бы понять, что происходит. Я лечу. Вот это жесть. Приземляемся, ребят. Надеюсь, будет посадка неудачная. Ой, удачно. На колеса встану? Да. В принципе, побелить, покрасить, и машина этот поедет. Да, она еще на ходу. Она еще, кстати, управляет. То, что там колеса криво стоят, она реально управляет. Смотрите. Я могу рулевать. Давайте посмотрим, сколько она еще поедет. Сейчас, разгончику. Нет, она не может. Ладно. Летим к пацанам. Пацаны, вы где там? Я удалил смерч. Ого, там машина чья-то в небе. А, это не машина. Это чья-то плита. Так, ребята, я спускаюсь. Ну что, нормально была выживалочка? Давайте дальше. Давайте, например... А что давайте? А давайте, например, небольшое наводнение. Так, транспорт. Сейчас. Возьму такую машину спортивную. Ой. Вот так. Ребята, сейчас будет небольшое цунами. Смотри. Надеюсь, выживу. Надо, наверное, надо было брать лодку, а не машину. Пошла жара. Ой-ой-ой. Надо было доску скачать и серферить. Че, я живой буду? Жизнь не тратится? Я в машине, жизни не тратится. Ой, с музычкой, как говорится. Погибать с музычкой. Нифига себе твою машину расфигачила. А у меня спортивная машинка норм, потому что с этого пака машины не разбиваются. Так, ну чё вы, хлопчики. Сейчас будет немножечко жестче. Так, я сразу сейчас возьму, поставлю машину, а смерч этот поставлю далеко. Так как этот смерч очень большой. Я надеюсь, я уверен, что я просто не успею свалить. Берем мощную машину, например, вот эту вот. Вот эту вот. Пацаны, сейчас будет что-то неимоверное. Так. Подальше ставлю, ждите меня там, сейчас я буду. Я поставлю на край карту. Вот, например, вот здесь. Ой-ой-ой-ой, быстрей. До тачки моей новой. Ну чё, садитесь, кто ко мне? Быстрей. О, поехали. Скрайбэйби валим. Вон он. Сюда. Блин, чё она боксует? Ты тяжелая кабака? Я по сравнению с тобой какой-то чили-пиздрик вообще, манюся. Веселимся, прикольно. Так, сюда едем. Вот мне нравится, как сделали звук двигателя. Просто круто. Наваливаем. Смерть сзади. Че, давайте не будем сыкать, поедем к нему. Что, мы вообще конченые суконы? Эй, запорожец бешеный, за мной. Надымел там тебе дыма. Ты меня не догонишь, смотри. Я с шифтом просто улетейшн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я слышу смерч, пацаны, я реально его слышу. Приближаемся. Сзади бежит аниматроник. Так, а где он? Он что? Вон он сзади. Да что мы разминулись с новой штуковиной? О, поехали. Вот этот поменьше будет чили-пиздрик. Так, я вон вижу, крутит. А что ты, машина, едешь как конченая? Так, легче. Вон он. Веселимся. А мы едем в сторону торнадо, потому что нам это все надо. Рэпер. Вот он, я вижу. Пацаны, ну что, это сейчас будет полет. Так, приближаемся. Где ты, кабан? Пацаны, сейчас мы полетим. О, меня уже машину швыряет. Я на шифт на него наваливаю. Эй, машина. А что меня так слабо подкинуло? Он кончился, что ли? Не да. Туман такой от него.
А ну давайте поедем туда посмотрим. Да не может быть, что он кончился. Он что, конченый? Давайте посмотрим. Так, мне нравится так выживать, прикольно. Эй, ты тяжелый, ты мою машину портишь, поехали дальше. Ты весишь 500 кил, а рассчитано на 300. О, еще и невидимый можешь в машине вставать. Так, я сейчас ставлю, ребята. Я сейчас вам поставлю. На! Ого! Ой-ой-ой! Чё-то нифига! Давайте тормоз зажмем. Ну ничего, машина целая, вообще просто сильно телепает. Фигня, мне не нравится. Давайте другое что-то возьмем. Например. Вот это землетрясение! Ух ты! Ой-ой-ой! Эй, моя... Землетрясение, стой! Ты психованная. Ой, я на спауне появился. Так, хорошо. Мы доходим до 9 левела. О, тут только землетрясение. Давайте мы его сейчас активируем. Ребята, сейчас небольшой сделаем эпик. Сейчас. Так. Разных машин оставим. Все, я думаю, столько хватит. И ставим вот это землетрясение. Я взлечу, чтобы у меня камера не тряслась, просто понаблюдаем за результатом. Ух ты! Нормально. О-о-о-о. Пойдет, пойдет. Ого, ничего себе, землетрясение, неужели так действует? Машина как метеорит полетела, четко вообще. Так, ну что, а сейчас будет вообще что-то неимоверное. Ребята, очищу карту на всякий случай. Случаи бывают разные. Так. Я сейчас возьму себе машину. Куча ошибок почему-то выбила. Давайте машину возьмем, которая не разбивается, чтобы я мог в ней находиться. Сейчас я сяду в нее. Че, пацаны, готовы? Тачка прикольная, она для дрифта классно сделана. Так, это было показательное шоу, а теперь выживашка. Это будет жопа. Пацаны, я не знаю. А есть еще? О, есть вообще ж последняя, почему бы и не максималочку? Ух ты! Хо-хо-хо-хо! Вот это звук, мне он нравится. Погнала, погнала. Нереально ты убась. Стой, стой, стой. Стой, психичка, стой, стой. Классный сам эпик, да, сам пуск, это такой какой-то мегавзрыв. Давайте еще раз покажу. Ух ты. Стой. Ой-ой-ой. Ну а теперь, ребята, как всегда, цунами. Цунами будет идти оттуда, валим. Сзади, сзади, цунами. Ой-ой-ой. Ничего не понятно, но очень интересно. Я в машине, что в салоне проникает вода. Я буду от первого лица. Ночной режим. Ничего не... О! Я живой! Только ничего не могу... А! В машине жопа. Неужели так бывает? А я живой. Короче, машина это часть дома стала, да? А нет. Вы готовы? Сейчас будет самое эпическое. И концовочка. Ребята, только для вас. Мега торнадо огненная. Все написали, сделай место взрыва огненная торнадо. Так что, ребята, что просите, то делаем. Мне кажется, это очень хорошая идея. Нет, что-то просрало. Видно, еще от цунами отсырела земля. Давайте поближе. Ой, я думал, я чуть проживу, чуть-чуть. Летим, сразу летаем. Ой, горит, горит джипа. Ух ты, вот это что такое. Это взрыв, который просто ходит по карте и все лупашит вокруг. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Васаби, Скромник, Бульбазавр, Енотка. Пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я живой. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что все написали в комментариях, ну не все, несколько человек, чтобы мы записали выживание со стихийными бедствиями. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Сегодня у нас будет очень веселый ролик. Пацаны, вы готовы? Да. Начинаем с 7 стихии. Хотел запустить цунами на этой карте. А с какой стороны будет идти, я не знаю.
А можно сразу помолиться? А вы видите волну или нет? Вижу, вижу, идет, пацаны, готовьтесь. Это 7-й левел, двойной прыжок. Сколько жизни? Жизни не отнимается, кстати. И что? Меня просто уносит. Дамажит, дамажит, как это не дамажит? Выплывай, выплывай. А что, долго вода будет, пацаны, стоять? Как вы думаете? Уходит, уходит. Отлично. Если долго стоят под водой, то у тебя хп начнутся отнимать. Так, пацаны, у вас не лагало, да? Да, меня. Погнали, торнадо. Кстати, мы скачали еще отдельный мод на метеоритный дождь, так как в этом моде нет этого мода. Гениально. Так, меня пошла, пошла. Меня засасывает. Вы видите, как опускается смерч здоровенный? Вот это эпические вещи. Он за мной. Ладно, давайте, что будет, то будет. Воу, меня в стенки ударяет. Я на данмами парю. Ну и у меня жопа. Нет, я живой. Я хоть и черный, но из себя не держу. Вот это жесть. Такой звук. Ладно, все, пошел в жопу. Мите, этот, пожилой торнадо. Пацаны, погнали. Выживи сильнейший. Не понял. Ну это была разминка. А теперь жопа. Так, пошло. Так, давайте, пацаны. Пробуйте. Если попадет, с первого раза убивает, кстати, любого NPC. Надо уклоняться. Так, на дом летит. Сейчас будет очень много их. Я запустил двойной метеоритный дождь. Готовьтесь. А мне с одного удара. Все? Давайте сделаем чисто по центру, вот здесь вот. Мне это метеорит нанес только 500 урона и все. Ну жди, жди, сейчас еще разочек лупанет. Давайте если просто стоит на месте, проверим, убьет меня или нет. Счастливое место выбрал на карте. Вот это жахает. Жесть. Пацаны все стали возле меня, потому что знают, что я вечно счастливые места выбираю. Ой, ну, пацаны, вы меня сдвинули на сантиметр, и это место уже было несчастливое. Да мне кажется, у меня счастливое место. Так, пацаны, следующее у нас. Я думаю, что землетрясение не будем включать. Давайте попробуем. Что будет, когда будет землетрясение? А, он просто телепает. Ну, жизнь не отнимает, да? Ну, нужно отнимать. Отнимала на прошлом уровне. Это очень слабо. Так, давайте жестче. Торнадо 8 уровня. Дима, только начали ролик, а ты сразу нас полетел. О, пошел, пошел, сразу вверх улетел. Пацаны, вы тоже летаете над картой? Я класс. Один, который полетел в небеса. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Записываем очень веселые режимы. Ловите меня. Ой-ой-ой. Кстати, а что-то белое. Это один из тоже с торнадо. Я на В пролетаю, чтобы меня не засосало. Давайте брошу. Стоим на крыше, ничего не происходит. Просто как будто апокалипсис какой-то. Я знаю, перед смертью это не поможет. Просто город накрыло весь. А мы не плаваем. А что получается, мы просто под водой? Дима, я ничего не вижу. И я ничего не вижу. Ну очень интересно. Фонарик не спасает даже. Наверху это тоже ничего будет. Я умер. Кто-то музычку перед смертью веселую включил. Офигеть, что произошло. Мега торнадо. Ого, он подлагивает. Вы видите это? Я очень странно. Попадает все время. Да, у меня он тоже лагает. Он, короче, под карту улетел. Передумал с нами играть. Не обиделся. А где он? Он все. Очень странно. Погнали еще раз. Я знаю из-за чего. Его надо выше ставить. Во. Полетел. Ого, я полетел, пацаны, давайте, я на самый высокий небоскреб. Чуть-чуть. Да. Эх, далеко я откинул. Я видел. И что там за вот небоскреб? Это жесть. Давайте мы удалим и поставим его вот так под этой штуковиной. Что будет? Я хотел. Не? А если на дом поставить? А, сдалека не ставится. Будет лагать? Не лагать, а он будет типа сам лагать. Я его на дом поставил. Что, он будет ниже опускаться или будет на доме?
концентрировался на доме, он пытается дома уничтожить. А, видишь, я так и знал, что можно чисто сделать выживание на крыше. Нет, он решил, пацаны, спуститься, передумал. И пошел. Куда он полетел? Я вот пришел и забью дыма. Поставил это, три машины, для того, чтобы показать, насколько сильный ветер. И ничего, машины даже не подняли, зато я поднял. Очень странно, почему оно так работает? Ого. Машины улетели, видели куда? Просто в небытие. Ну и я умер. Это два торнадо, обычный и огненный. У нас прошло половина ролика, а ты уже нас хочешь убить, да? Я вас не хочу убить, я вас уже убиваю. Поздравляю, у тебя это получилось. Обращайтесь, пацаны. Ой-ой-ой, полетел. Смотри, меня просто убивает моментально. Это точно торнадо, а не бомба? Я успел метеоритный дождь запустить. Чё я, когда умираю, метеоритный дождь не запускается? А, просирает. Когда шторм идет, я не могу торнадо запустить, представляешь? Ой, метеоритный дождь. Просто лечу. Странно лечу. Не, вот, конечно, минус 50. Так, я останусь живой для... О, торнадо прилетело откуда-то. Ой-ой-ой, вот, а теперь еще метеоритный дождь, пацаны. Вот это звуки. Просто что-то нереальное творится на карте. Я думаю, я сейчас болото улечу. Так, болото. Знаете, чего не хватает, пацаны, еще? Нам не хватает, да? Откуда ты знаешь? Может, ты его увидел в полете. Это Дима, жесть. Я вообще в конец карты улетел сейчас. Вы знаете, сколько я запустил этот цунами? 4 штуки. Ой, я ее вижу. Она летит. Я вижу, летит. Она может потушить этот огонь? У нас нет, она. Давайте налить повыше, взлетим, посмотрим. А, не успею, не успею. Я застрял вообще. Я успею вылететь или нет, мне интересно. Эх, вот это фигачит. А, их надо успеть. Ради меня дошел. Торнадо мочит всех. Каким образом? И еще один смерч тут летит. Да, они все до меня. Что у нас тут еще есть? У меня опять идти. Тут у нас смерча идут прямо на меня. Пацаны, это вообще жопа я сделал. Я все включил там чуть ли не одновременно. Еще и цунами летит. Нет, есть ли нет. Смысл возрождаться или нет? Есть. Да, есть. Мне кажется, еще вот этого надо добавить. Я умру, я умру, я умру. Получается огненный смерч, обычный смерч, торнадо и цунами. Всего-навсего-то, ну. Жалко, что ли. Я успею отлететь, посмотреть, как это со стороны все смотрится. Хочешь, я тебе расскажу чингер, но так типа ни разу не упал. Ого, взрывы. Это что за взрывы? Мне торнадо спасло от цунами. Ого, звуки громкие. Смотри, цунами. Не понял. Что это подстава? Небольшой огненный смерч, небольшой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, есть меньше. Есть меньше, есть меньше. Давайте, знаете, какой поставлю? Вот такой манюсенький. Вот. Это маленький смерч. Вот это он горит громко, да? Кстати, если я сейчас поставлю другой, он будет с другим эффектом. Смотрите, он будет другого цвета. Видите, оранжевый есть прям ярко, но у него другой эффект. Он горит более широко. Ого, землетрясение. Офигеть. Ух ты, это не я, кстати, делаю, это бульбазавр делает. Бульба, еще монтировкой по лицу дам. Аж вода выплескивается, вон я вижу. Ребята, знаете, что я сейчас буду делать? Пацаны, наблюдайте. Только ничего не надо делать, я все сделаю сам. Просто наблюдайте. Я сейчас возьму, разбросаю много бомб и заплющу торнадо, и эти бомбы разлетятся по всей карте. Давай не только торнадо, и землетрясение. Нет, землетрясение будет неинтересно, тогда они сразу подлетят и все взорвутся. А торнадо их будет поднимать в воздух и разбрасывать в дома. Допустим, в нас будет разбрасывать. Эти бомбы, они ж не мощные, вы ж помните, да? Только не надо взрывать, пожалуйста. Ну, ты уже активировал.
Все, ребята, запускаю торнадо. Вы готовы? Давай. А, давайте вот такое. А, лимит, стойте. Это маленькое, да, и оно их не разбрасывает. Стойте, пацаны. Давай большие торнадо. Хорошо, давайте, давайте. Давайте без давайте. Вот это интересно, что будет. О, полетели! Ой-ой-ой. Это просто... Все, они все взорвались, я думал, еще какие-то будут. Вот. Улетаем выше, улетаем выше. Ого, ну здоровая. Вон еще взорвалась. Так, ладно, давайте еще чуть-чуть и все. Вы надымили. Все, очищаю, очищаю, там торнадо. Слишком много надымили. Я даже не взрывы, не вижу взрывы от бомб. Ого, теперь увидел. Надо валить. Мне кажется, не все взорвались. Вот теперь все. Ой-ой-ой. Не все еще там есть? Походу, да, потому что меня сейчас опять... Ого, здесь сколько огня. Там не видно сверху ничего. Тут что-то нереальное творится. Вот еще бомба взорвалась от бульбазавра. Ну и давайте в конце эпик. Хочу посмотреть, как это со стороны. Так, давайте чуть-чуть выше волны. Я лечу с шифтом. Мне кажется, на машинах реально цунами уехать или нет? Проверим в следующем ходе. Или прямо сейчас. Весь город в воде. Извини, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фрэнка, Гусенек, Угабуга, Кирилл Геймер, Форум, Сахар, Маквейт. Пацаны, скажите классные слова. Привет. 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 Классные слова. А так всем здравствуйте. Ребята, как и обещали, у нас сегодня будет выживание на деревянной постройке. Но будет очень круто сделано, потому что мы скачали стихийные бедствия. Наводнения, цунами, огненные торнадо. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Давай. Да. Включай землетрясение. А, уже начинает шататься. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое, классное и позитивное. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Так, что еще все целы? Ого! Это была кромка. У вас тоже такие звуки? Это всего лишь второй уровень землетрясения. Ух! Что? А что вы все попадали? Гусенек, ты думаешь, что ты улетишь куда-то? Ты никуда не сможешь улететь. Ну, пытаюсь улететь. Давай, давай, лети. Давайте четвертый, тогда хорошо. О! Я вижу, прям вон там, смотрите, уже такие штуки появляются. Это что, лопается земля или что это? Ого! Тихо, тихо! Один сквозь стенку пролез, это законно? Я умер. Понял, все хорошо, контролируем. Ой, красиво разрушилась. Гусенек, ты выжил. Так, у нас есть вот такая вот постройка. Ого! Это гигантская построечка. Я даже не знаю, будет ее смерч ломать или нет, но мы сейчас вместе с вами будем смотреть. Седьмой левел смерча. О, давайте сначала наводнение. Ой, ну слабого уровня. Да, посмотрим, что с этого получится. Но она не сильно высокая, мне кажется, нас она не достанет. О, приближается. Опасная. Интересно, хоть что-то поломается или нет? Смотрите, наравне со спауном. Прям четко вообще. Не поломало, да, нас? Нет, снесло что-то. Что-то снесло. А, да, я вижу. Хорошо, хорошо. Давайте теперь вот такое вот мощное торнадо. Ребята, сейчас будет прям эпик. Ого! Я улетел! Если бы я не нажал полет, я бы просто еще полетел на край карт. Я вижу, кто-то еще живой. О, хотите гипер-торнадо? Давай. Вам понравится, пацаны. Вот это сила! Смотрите, он очень быстрый. Он уходит от нас. Я знаю, мы сейчас еще поставим. Ой, через нас прошло здание целое. Может, это здание какое-то читер? А, нет. Здание не читерское, забирает свои слова назад. Оно на нас идет, смотрите! Меня унесло. Ай, блин, это жесть! Вот это мощь! Смотрите, что оно делает! Здание просто разрушается на глазах. Я в конце карты.
Ну, да. Это нормально, так и должно быть. Вот такое я люблю. Ой-ой-ой-ой-ой, я улетаю! От здания ничего не осталось, смотрите. Фундамент даже сейчас не останется. Доски летают по всему. Просто жить. Смотрите на небо. Ого. О, оно черное. Оно чернющее. Так, ребята, ну сейчас мы сделаем еще более эпически, потому что сейчас мы будем ставить огненный торнадо, который будет все поджигать. И давайте поставим вот такую вот построечку. Залетайте. О. О, где моя ванна? Ванна. Где она? Пацку. Ну что, пацаны, ставлю самый мощный огненный торнадо. А перед тем я сделаю нам цунами. Сначала водичка, а потом огонь. Ой, что-то, пацаны, оно немножко большое, ничего страшного. Все, в туалет смываемся. Ой. Я на корточках сижу, если что, оно мне задержит. Об стол буду держаться. Поплыли. Давай. Ой, хорош. Я держусь. Нет, не смог. Здание унесло просто. Вот это, пацаны, это здание мячик, но укатилось просто. Поднимайтесь, пацаны. Это смотровая башня. Так, ну что, как я и обещал, огненный торнадо. Давайте сначала не сильно большое, потому что мы сразу умрем мгновенно. У нас есть... Вот. Ой, красота-то какая. Ой, что-то я горю. Вы там не горите, пацаны? Не, нормально. Я сгорел. Я просто сгорел. Все. Бензин. Немножечко Водите. Разрушилось. Ну как-то... Идет прямо на пацанов, смотрите. Давайте. А, нет, мимо. Болото лава. Давайте еще поставим. Болото лава. Ай. Она прям в них поставилась. Улетает. Все нормально, пацаны, все хорошо, я с вами. Я улетаю. Ой, там уже не выйти. Ой, все горит. Но зато тепло будет нам. Ой, я ниже спущусь, чтобы немножко выжить. Вот тут печка работает, оказывается. Еще. Вот. Еще. Вон она будет, она. Блин, ребята, ролик заслужит 100% лайка. Вот это эпик! Все горит. Оно просто сносится здание. Я тут на кровати сижу, мне нормально. Смотрите, куда все уносит. Зато кровать осталась. Да? Ну еще вам поставлю одно. И еще. Все хорошо. Все в эпицентре. Слишком мощно. Да не, пацаны, нормально. Сейчас, ребята, ставлю здание и ставлю самый большой огненный смерч, который есть в этом моде. Это будет прям очень эпично. Все, заходите в мой дом. Это твоя хата? Ой, Дима, это твоя хата? Это мой дом. Я пожертвую его заради ролика, чтобы все было красиво. Так, я отлетаю и сейчас поставлю самый большой огненный смерч. Так, идемте крушить дом Димы. Не ломайте мой дом. А, будете ломать мой дом, я тогда вам вот так сделаю. О, я даже не успел в дом зайти. Блин, у меня лагает горизонт. Это жесть, ребята, что значит самая гигантская торнадо? Прощай, дом. Ну, теперь у тебя Дима. Нету дома, нету. Ой, тут стена немножечко упала. А я сейчас сделаю вам, ребята, сюрприз. Какой? А вы сейчас увидите. Бомбуки нет. Нет, не-не-не-не-не, ни в коем случае, ты что? Какая бомба? Две бомбы. Ой. Это случайно не бомба? Нет, это не бомба. Это самое сильное землетрясение, которое есть в этом моде! Самое мощное, тут у нас колбасит! А что, еще нормально, да, пацаны? Хорошая погода. Хорошая погода, да. А, мы живые еще, пацаны. Я на первый этаж свалился. Да все нормально, все, оно ушло. Все туда живем. А что так слабо, да? Еще? Еще. Здание горит. А мы его сейчас потушим, пацаны, сейчас я его потушу. Вот газировка есть, тушите. Надо вот так под лестницу стоять, чтобы я не упал. Все, тушим огонь. Наводнение, готовьтесь. Блин, оно потухло уже, зря я наводнение запустил. Ну это цунами мощнецкое. Пока, ребята. У меня лагает. Саня летит. Это трэш, просто трэшок. Ай, блин, класс. Люблю такое делать.
О, давайте у меня есть вот такая эпическая постройка. Смотрите. Готовы? Вот это просто жесть. Это расколбась. Ого, меня убило этой штукой. А где дом? А ты не видишь дом? Я не вижу. Я тоже его не вижу. А где дом? Давай сразу с горячего. Давай. Ой, нет. Ну это такое, знаешь, типа, манесенька. Ой, ой. Слишком горячие. Да нормально, но она маленькая, видите, чисто такое поржать. Мне нравится, Гусюняк, у тебя именно много ума, чтобы физганом смерч трогать. Это ты молодец. Ай, аптечки, аптечки. Ой-ой-ой, жопа горит. Попка горит. А что здание не разрушается? Что оно не горит? Она нагрелась. Ого, я сколько их поставил. Так, увеличиваем ставки. Мы еще не запускали самое большое торнадо. То было мега-смерч, а это просто гигантская торнадо EF-15. Смотрите на небо, просто наблюдайте. Ой, прощайте, пацаны. О, здание улетело! Просто улетело! Я выжил, но я улетел. Это просто жесть. О, все, заходите. О, давай, закрывай. Вот, это уже, ребята, настоящий бункер. Спасибо тебе за такую построечку. Саня, что делаешь? А у нас вообще тут хорошая погода. О, хорошая бункер. Ой, кто-то полы украл, пацаны. Крыши нет, что за бункер, который крыши нет? Да выживем. Ой, чувак улетел. Дим, ну зато у нас компьютер есть. Ну да, смотрите на небо, как это красиво. Ой, ой, оторвало что-то. Ой, пацаны, я вылетел с бункера. Это прям эпицентр. В нашем бункере эпицентр был. Там я на диванчике полетел. Там я на стуле. Ай, блин, класс. О, все, в принципе, целый бункер. Клавиатура осталась тут в воздухе висящая. Все, будем проверять, выдержит ли бункер мощное цунами. Так, закрывай, закрывай двери обязательно. Меня. Так. Говорить слышу. Ждем смерти. Да сейчас у нас что-то... А, пойдет так дверь? Хорошо. О, все, закрыл. Молодец, ребята. Напиши в комментах, выдержит он мощное цунами или нет. Осталось чуть-чуть. Давай веревками. Веревками скреплять, чтоб не унесло нас. Ну давай. Ух ты! Твои веревки до одного места просто! Выломало все просто! Офигеть! Куда-то с Саней полетели на стуле. Очуметь! Ребята, смотрите, какое мы просто гигантское большое здание поставили. Сейчас мы попробуем еще раз выжить от мощного цунами. Готовы? Да. Пошло цунами. Садись, Саня. Ой. Ой, я думал, оно не будет выше нашего здания. Ну ладно, давай. Уже. Ладно, пацаны, я всех любил и уважал. Прощайте, вы были хорошими пацанами. Прощайте все. Дима, я котика взял. Мы выжили. Мои веревки нас мы выжили, представляете, это здание смогло выдержать. Мои веревки нас спасли. Да, сейчас придется еще ставить. Ой, только мы тонем. Мы на Куда мы? Куда мы поехали? Волна падай, волна! Ай-яй-яй. А нет, здание немножко там поломалось внутри. Смотрите вовнутрь. Ребята, раз мы выжили в этом здании, я теперь ставлю очень мощную вещь. Ой, нет, горим. А, мы все сгорели раньше того, чем оно разрушилось. Давайте посмотрим, как оно ломается. Ой, красиво! Это очень эпические кадры. Это просто красота. Что это за клетка? Обезьян. Да, он ломается. Оно мимо идет или сейчас через здание проходить? Сейчас будет проходить. Еще будет. Не будет, она решила уйти. Ну там кусок здания улетел, кстати. Набедокурило и все. Ой, горим. В эпицентре прям. Горим. Ясно, чтобы не ух погасло. Ты! От здания ничего не останется сейчас. Последний, ребята, эксперимент. Ребята, мы сейчас ставим мощные бомбы и запускаем торнадо. И эти бомбы просто разлетятся по всей карте. Это будет круто. Готовы, пацаны? Можно на бомбу сесть? Да, садись.
О, давайте реально на бомбу все одну сядем. А где? Стой, садись. А что не улетели бомбы? Бомбы приварены. Бомбы, вы что, приваренные? Нет. Хорошо, давайте тогда другой возьмем. Который реально... Я знаю, что их может подкинуть. Саня, ты где? На бомбе. Ой. Мы улетаем, улетаем, сейчас взорвется. Полетели. Ура! Ой. Ой-ой-ой, ребята, это у нас было землетрясение, которое их подкинуло в небо. Вот это мощь! Красота. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пацаны, все сели на бомбу, сейчас будет эпический взрыв. Бум. Пока. Пока. Самолетикс.